Павел Гейм Чаннел. Мы получили интересное видеосообщение, командор. Оно пришло из германского банка триллионера, одного из филиалов корпорации Massive Soft. Я соединяю вас. Я не знаю, как долго я смогу говорить. Войска Юрия кружат около филиалов Massive Soft. Они построили завод по производству ядерных бомб. Все поклоняются ему, и похоже, только я вижу его преступные намерения. Существует какой-то спецпроект, какие-то генетические программы. Кроме того, он занял наши лучшие апартаменты. Самое важное, что апартаменты он занял лучше. Да. Полем боя. Подождите. Поступает сообщение. Информация подтвердилась. В этом районе находится одно из хранилищ Юрия. Уничтожение ядерных ракет — первостепенная задача. У нас есть и свое супероружие — машина управления климатом, построенная Эйнштейном. Примените ее против этой базы. Живо! Приветствую, товарищи! На ваших экранах Red Alert 2, Юрий Стревенш. Продолжаем прохождение кампании Альянса. Будьте осторожны. При приближении к главной базе, сэр, главное здание защищает отборные войска Юрия. Нас не должны застать врасплох. Связь с полем боя установлена. Ок. Короче, первое, что нам надо сделать, захватить это... Готов. Есть гараж, сэр. Наверное, неплохо бы и занять это. Ну, и тут, наверное, сразу сохранюсь. Выберите цель. Юнит готов. В здании размещен гарнизон. Так. Внимание, создан грозовой шторм. Вот тебе гроза. Я с инструментами. У меня есть план. Я с инструментами. Анализирую. Приказ, приказывайте, сэр. Приказ получен. А, блин, здесь были два инженера. Ладно. Иду. Я буду вовремя. Ну, ладно, пускай будут. Нефтеперерабатывающий завод захвачен. Как видно, ни хера. Не нам несла гроза урон по шахте. Приказывайте, сэр. Приказывайте, приказ получен. Я сознание имею. Да, приказывайте, сэр. Приказывайте, сэр. Так, ну чё, кому жопа? Наша база подверглась нападению. Юнит потерян. Всё, мы не можем технику строить. Чтобы включить устройство контроля климата, нам нужно больше энергии. Так, а для этого нам пригодятся солдаты, которые могут засиживаться в зданиях и отстреливаться, что самое главное. Хотя от пары снайперов я тоже не откажусь, наверное. Юнит готов. К бою готов, сэр. Как я здесь, сэр. Уже в пути. Двойное время. Здание освещен гарнизон. Как насчет сражения? Как насчет сражения? Здание подъезд. Так, сдвигайте сюда. Здание размещен гарнизон. Дайте мне цель. Обожаю разведку. Дайте мне работу. Готов. Дайте подойти поближе. Здание размещен гарнизон. Снимайте. Приказывайте. Прекрасно. Прекрасно. Здание покинуто. К бою готов, сэр. Оружие сейчас умение. Так, где инженеры? Двигайте туда. Юнит потерян. Здание размещен в гарнизон. Что происходит, а? Наше устройство климатического контроля снова работает. Но будьте осторожны, уверены, что почему вы все время мне мешаете? Дайте мне работу, вникаю в обстановку. Поздравляем, командующий. Мы везем вам снайперов, чтобы помочь удержать завод. Юрий безусловно попытается захватить. Обожаю разведку. А, хорошо. Везите. Да, командир получит. Юнит потерян. Идет тренировка. Транспорт готов. Больно. Приказывайте, сэр. Дайте мне работу. Подкрепление прибыли. Внимание, запущена ядерная ракета. Кошмар. Приказывайте, сэр. Приказывайте, сэр, приказ получен. Юнит потерян.
Нужен ладненько. Нужен ремонт. Да, сэр. Объект на связи. Уже в пути, сэр. Приказывайте, сэр. Приказ получен. Завод захвачен. Получены дополнительные средства. Юнит потерян. Да, сэр. Дайте мне цель. Буду в моих руках. Так, мальчик Юрия. Он покойник. Объект на связи. Объект на связи. Большая скорость. Тренировка. Юнит потерян. Блин, даже не знаю, что в этой миссии прям жестко делать надо, а? Юнит готов. Юнит потерян. Технологическое здание потеряно. Ну офигеть, а. И как это все держать? Я с инструментами. Ты же ничего не сделаешь просто. Уже которая попытка, но в общем, смотрите, как мы поступим. Давайте для начала все-таки кинем грозу сюда. Пускай это будет. Теперь этих солдат. И сюда залетайте. Так, мы знаем, что первое. Ракета Юрия по-любому ударит туда. Да, еще гарнизон. Юнит потерян. Юнит готов. Внимание, запущена ядерная ракета. Здание продано. Здание покинуто. Готов, сэр. Сэр, чтобы снова включить устройство контроля, нам нужно больше энергии. Юнит потерян. Не знаю, сколько мы всего тут разнесли, но есть, что-то мы разнесли определенно. Бою готов, сэр. Да, сэр. Да, командир. Приказывайте, приказывайте, сэр. Приказывайте, приказывайте, сэр. Приказ получен. Тихо, 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 тихо. Идет тренировка. Приказывайте, сэр. Есть, сэр. Бою готов, сэр. Есть. Приказ, сэр. Есть, сэр. Да, сэр. Да, командир. Снайпер готов. Он покойник. Юнит готов. Я сознание имею. Залетай. Идет тренировка. Бегаю, мотор, сэр. Разрядка снята. Оружие готово. Юнит готов. Временная установка. Инженер еще один нужен. Приказывайте, сэр. Дайте мне дать поближе. Все. Приказывайте, сэр. Приказывайте, сэр. Починочка. Приказывайте, сэр. Так, нам надо срочно занять позиции вот здесь. Готов. Есть, сэр. Войное время. Ну-ка, ребята. Надеюсь, здесь в темноте никого. Нужен ремонт? Анализируйте. Приказывайте, сэр. Приказывайте, сэр. Приказ получен. Юнит потерян. Войное время. Здание разрешен гарнизон. Ох, не нравится мне это, а. Косят и косят нас. Отличная работа, командующий. Наше устройство климатического контроля снова работает. Но будьте осторожны. Уверены, что почему вы все время мне мешаете? Откачину. Поздравляем, командующий. Мы ведем вам снайперов, чтобы помочь удержать завод. Юрий безусловно попытается... Охраняю позицию. Оружие готово. Юнит готов. Здание размещен в гарнизон. Юнит потерян. Юнит готов. Внимание, запущена ядерная ракета. Юнит потерян. Приказываю работать. Выполняю атаку. Юнит готов. Подкрепление прибыло. Оружие готово. Транспорт готов. Юнит потерян. Так, ладно. Понимаю. Бой готов, сэр. Приказ получен. Снайпер готов. Так, нам просто надо двигаться вперед и все. Приказывайте, сэр. Приказывайте, сэр. Приказ получен. Полный вперед. Дайте мне цель. Уничтожьте Люкова. Транспорт готов. Снайпер готов. Приказывайте, сэр. Приказывайте, сэр. Приказ. Бою готов, сэр. Готов, сэр. Спокойно нам они не дадут ничего сделать. Здание размещен гарнизон.
готов. Проходим. Зона огня подтверждена. Так, ну вот, есть. Я хочу сделать взнос в военный фонд. Незамедлительно. Подкрепление. Большая скорость. Третьепенное задание выполнено. Круто. А энергию нам кто-нибудь даст? Транспорт готов, охраняю позицию. Ну что ж, только дайте приказ. Приказывайте, приказ получен. Транспорт готов. Приказ получен. Так, ну надо как-то продвигаться. Наверное, этот сарай лучше занять всего будет сейчас. Идет тренировка. А потом еще и эту точку тоже. Так, ну третья ракета Юрия прилетит сюда по городу. Готовимся. Ой-ой-ой. Приказывайте, сэр. Приказ получен. Приказывайте, сэр. Внимание, запущена ядерная ракета. Юнит потерян. Юнит готов. В здании размещен крейсер. Так, здесь, наверное, игру сохраню. Это не самый удачный момент, конечно, под это выбрал я. Разнес город по кирпичику. Командующий, вы должны уничтожить его ракетный шахт. Юнит готов. Проектирую. Здесь, сэр. Двойное время. Юнит уже готов. Так, занимайте сарайчик. Приказывайте, сэр. Приказ получен. Юнит готов. Есть, сэр. Двойное время. Транспорт готов. Ох уж эти инженера, а. Приказ? Ухожу. Уже в пути. Уже иду. Приказывайте, сэр. Приказ получен. Приказывайте, сэр. Приказывайте, сэр. Большая скорость. Да, я еще ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, нам бы вижен хоть какой-то. Готов. Приказывайте, сэр. Черт, а снайперы где? Что-то их потерял. Приказывайте, сэр. Приказывайте, сэр. С левых, что ли? Приказ получен. По случайке. Нужен ремонт? У меня есть план. Юнит готов. Новая точка я со инструментами. Да, сэр. Приказывайте, полный сэр. Вперед. Грозовой шторм готов. Так, грозовой шторм готов. Ну, давайте. Внимание, сюда. Грозовой шторм. Приказ вперед. Юнит готов. Приказ? Уже иду. Как наше сражение? Ухожу. Да, не размещен гарнизон. Так, прекрасно. Юнит готов. И ядерку энергии лишили. Вообще чики-пуки. Транспорт готов. Дайте мне работать. А, вот же снайпера. Дайте подойти. Юнит готов. Приказ получен. Объект на связи. Приказ получен. Приказ получен. Юнит готов. Приказ получен. Юнит потерян. Двойное время. Да, сэр. Уже работаю, сэр. Дайте мне на цель. Вникаю в обстановку. Так, ну они все еще продолжают откуда-то идти. Очень бесит это. Уничтожь его. Уникаю обстановку. Объект на страже коммуникации. Дайте подойти поближе. Дайте подойти поближе. Так, давай-ка сохраняемся. И нам нужны солдатики. Ну-ка, ребята, давайте-ка побыстрее двигаться. Приказывайте, сэр. Приказывайте, сэр. Приказ получен. Готов. Юнит готов. Нужен ремонт? Да, сэр. Приказывайте, сэр. Приказ получен. Нужен ремонт? Так, ну-ка, один инженер. Да, сэр. Пускай сюда засядет. Юнит готов.
Ну, мы неплохо укрепились, по крайней мере. Приказывайте, сэр. Приказ получен. Ах ты, не, блин. Сейчас сюда ядерка, по-моему, упадет, так что нахрен оно надо. Сэр, есть. Как насчет сражения? Я не хочу рисковать. Сэр, есть, сэр. Уже в пути. Просто надо нон-стопом их херачить уже. Ухожу. Денег уже у нас иду. Навалом, плюс у нас есть юнит заводы. Есть. Уже иду. Надо, так сказать, использовать свое преимущество по полной. Так. Теперь вопрос в том, куда ядерку уже дальше иду. Вязать. Юнит скорее, 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 скорее. Юнит потерян. Здание размещено. Ух. Здание покинуто. Готов. Там что-то крайне мощное. Приказ получен. Юнит потерян. Ну-ка загрузимся. Ухожу. Юнит готов. Здание размещен гарнизон. Юнит потерян. Грозовой шторм готов. Да, сэр. Приказ готов. Юнит готов. Приказ получен. Так, с какой же стороны мне зайти? Выберите цель. Внимание, создан грозовой шторм. Что, дайте мне работать. Дайте, дайте поближе. О, отлично, БМПшки достают как раз. Юнит готов. Юнит потерян. Юнит готов. Юнит потерян. Юнит потерян. Юнит готов. Уничтожен. Обожаю рыбу. Уничтожен. Только дайте приказ. Объект на связи. Так, превосходно. Зенитки же не работают, потому что энергии нет. Так, теперь наша задача просто отметелить ядерку и готово. Ох! Далеко не с первого раза прошел эту миссию, она очень тяжелая была. Уничтожим. А, снайперами отстреливаем ядерку. Юнит потерян. Фу. Миссия выполнена. Повезло, повезло. 20 минут стандартное время, но, учитывая попытки, я потратил явно больше. Итак, ваше звание майор. План Юрия по терроризированию города Сиэтл был сорван. Ваша быстрая реакция предотвратила крупные потери среди гражданского населения. Юрию придется искать новый источник финансирования своей армии. То, что он полгорода к чертям разнес, это не потери, видимо. Ну что ж. Очередная миссия позади, очередная миссия нас ждет. С вами был Павел Первый. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, включайте колокольчик, а также вступайте в мой телеграм-канал. Ссылочка на него в описании. Там все видосы актуальные выходят, а также всякие вкусненькие постики, которых вы не найдете здесь на канале. И много всяких эксклюзивных штук выходят там. Хотя, если вы фанат Редалерта и пришли сюда чисто из-за Редалерта, то, возможно, не очень-то и нужен он вам будет. Но можете поинтересоваться что-то. Ладно. С вами был Павел Первый, товарищи. Всем пока.